Итак, всем доброго времени суток. Сегодня у нас на обзоре остров Аврора. Это один из островов на просторах Arma 3 Altis Life. С последнего видео прошло уже больше года, как я не заходил на острова Arma 3 Altis Life. Попытаюсь сделать обзорчик на этот остров, попытаюсь сделать его быстро, компактно, но надо понимать, что данные проекты быстро осматривать практически невозможно. Здесь своя жизнь, своя экономика, свой транспорт, здесь все свое. В этой игре с помощью медмейкеров создан целый мир, поэтому очень быстро и бегло осмотреть его практически невозможно, но мы постараемся. Вот первое, что бросается в глаза, я уже по карте вижу, что данный остров лежит на очень-очень древней сборке, но также можно заметить, что много точек переделаны, то есть от стандарта отошли. Но вот насколько остров нестандартен, мы это сегодня и посмотрим. Посмотрим, что здесь есть интересного, какие есть интересные объекты, которые могут привлечь внимание, что есть из техники, какой способ добычи, какие ресурсы присутствуют на острове, как собирать плодово-овощные культуры. В общем-то, предлагаю на все это посмотреть вместе, быстренько пробежаться по острову, глянуть на все, что я сейчас перечислил. А начнем мы наш осмотр с центра Ковалы. Почти на всех островах, за редким исключением, Ковала делается центром данного острова. Здесь на площади обычно концентрируется огромное количество баров, магазинов, лицензий, скупщик фруктов. В общем, центр Ковалы обычно напичкают чем попало. Здесь и парки делают, здесь, как видите, все что угодно. И, кстати, не удивляйтесь тому, что очень резко начинается дождь. На этом острове настроена смена погоды очень часто. И за время моего присутствия на этом острове дождь начинался и заканчивался, наверное, порядка 10-15 раз. Ну, в общем, вот так вот выглядит Ковала глазами разработчика этого острова. Если кто не знает, то в Стоке Ковала и ее центр выглядит вот так. Игроки, играющие в стоковую Арму 3, то есть в симулятор боевых действий, в Ковале не появляются, в общем-то, изредка пролетая ее на вертолете или на самолете. Боевых действий в этом районе не проходит, поэтому мало кто знает, как она выглядит на самом деле, как выглядела стоковая. На всех островах ее застраивают до неузнаваемости. Ну вот, мы посмотрели на Ковалу, так сказать, с высоты. Сейчас посмотрим на то же место снизу. Я на самом деле не сторонник, когда Ковалу очень сильно застраивают. Сама игра Arma, она очень требовательна к оперативной памяти и к процессору. Очень мало ресурсов берет с видеокарты. Поэтому если большая, вернее, концентрация левых объектов, плохо оптимизированных, то ощущаются сильные просадки. Вообще Arma 3 рекомендуется ставить на SSD диск, но у меня на SSD стоит Windows, поэтому Arma я загрузил на простой диск, из-за чего колебания FPS я ощущаю очень сильно. Ну ладно, мы немножко отвлеклись. Давайте уже приступим к тщательному досмотру данной местности. И первое, что нас встречает, это супермаркет. Данные супермаркеты распространены на многих островах. То есть эта моделька нас не удивляет. Могу ошибаться, но, по-моему, эта модель взята с острова Малдин. Но я могу ошибаться, не уверен. Ну, вот так выглядит магазин внутри. Здесь очень много прилавков. Давайте посмотрим, что это такое. Это все для крафта. Здесь у нас... Так, это аптека. Я постараюсь содержимое магазинов досматривать достаточно быстро, потому что на всех островах это все одно и то же. Островов, которому содержимое магазинов можно посвятить много времени, их очень мало, поэтому нет смысла. Единственное, чему можно уделить достаточно много времени, это вот магазин одежды. Одежда, в принципе, стандартная и перекочевывает с острова на остров. Но есть острова, на которых все-таки дают какую-то индивидуальность одежде, и, как видим, на этом острове тоже одежды очень-очень много. Есть где поковыряться, что выбрать. По деньгам пока тоже не могу сориентироваться. Экономика острова еще пока непонятна. Мы ее еще только будем сейчас рассматривать. Пока мне кажется, что одежда здесь дешевая. Ну, это на первый взгляд. Весьма вероятно, что есть на острове и магазин дорогой одежды. И, скорее всего, может быть, присутствует магазин женской одежды. Ну, надо признать, что выбор одежды все-таки огромный, да. Я успел заметить, что нету шапок никаких. И, по-моему, нету очков. А так вот с рюкзаками, с одеждой, ну, все нормально. Список очень большой, очень. Хотелось бы, конечно, посмотреть еще и элитную одежду, дорогую одежду. Также хотелось бы еще посмотреть и одежду премиальных группировок, если таковые здесь присутствуют. Мы в дальнейшем побегаем, посмотрим. Несколько баз я уже так на карте пометил, посмотрел. Но только на карте еще. Мы сходим, посмотрим. Но вряд ли мы увидим, потому что, чтобы увидеть одежду премиальщиков, нужно составить группировки. Попробуем зайти на повстанческую базу. Таковая здесь тоже имеется. И может быть там повезет, но я не уверен. Скорее всего, что нам придется купить повстанку. Или лицензию бандита, как она здесь называется, тоже посмотрим.
Если это не получится, то мы, конечно, не увидим одежду. Но она обычно отличается. Там больше камуфляжа, там больше военной формы. Вот есть рюкзак школьника, прикольный, кстати. По рюкзакам никакой информации нет. Я так понимаю, надо ориентироваться на цену. Ну, я возьму большой, но жаль, что нет информации. Хотя можно было бы написать, на сколько слотов этот, сколько вмещается в него. А так бог его знает, на что ориентироваться. Ну а дальше здесь, в принципе, продовольственный магазин, хозтовары. В общем, стандарт. Обычный стандарт, это можно увидеть абсолютно на любом острове. Ничего здесь не меняется. Менялся, по-моему, только ассортименты. Насколько я помню, был такой остров My Life. Вот там и магазины, и ассортимент был абсолютно свой. Вот там можно было на что-то посмотреть. Ну а тут стандартный набор, в общем-то, стейки, вода, кирки, прибор ночного видения, ремкомплект. Ну, в общем, все так же, как на всех островах. Пойдемте дальше посмотрим, что есть еще на этом острове. Дальше, как видите, еще идет грядка магазинов. Но мы их сейчас все по очереди просмотрим. Посмотрим мы на них очень-очень быстро, так как, повторюсь, на этом острове нет ничего, что могло бы удивить. Набор зданий, набор магазинов здесь абсолютно стандартный. Единственное, что выбивается, это вот здание банка. Но я уверен, что оно без функционала, скорее всего. Но мы сейчас войдем вовнутрь, посмотрим, но я уверен, что оно просто для антуража, никакого функционала оно не несет. Ну, разве что вот там стоит еще один банкомат, и если хочется, то можно зайти туда и снять деньги там. Я уверен, что это все. Ну и вот, как я и говорил, это просто антуражное здание, напичканное банкоматами. Никакого функционала больше в нем нет. Далее нас ждет бар, в котором, в общем-то, кроме напитков, скорее всего, пива, водки, что-нибудь такого, тоже ничего мы не найдем. Сейчас быстренько глянем. Ну, вот, как я говорил, то есть выбор невелик и, в общем-то, он особо не нужен. Вот этот магазинчик, это стилизованный под пиццерию скупщик фруктов. Ну и остался последний магазин, это барбершоп, то есть парикмахерская, но здесь почему-то продаются лицензии. Давайте быстренько глянем список лицензий, что-то приобретем. Ну, здесь мне тоже ничего не удивляет, это обычное дело, это на практически большинстве островах так сделано. Единственное, что если продается категория B, категория C, категория C1, то есть это грузовики, легковой транспорт, то значит здесь на этом острове нету сдачи экзамена. Ну, вот это единственное, что мы можем из этого понять. Но остальное все обычный стандарт. В общем, быстренько наберем себе нужных лицензий и тоже в путь. Я сейчас на самом деле беру лицензию пилота, лицензию грузовика, просто для того, чтобы если магазин не покажет мне список транспорта без лицензии, то ну, будет очень печально. Поэтому лучше взять заранее. К сожалению, на большинстве островов так прописано, что если у тебя нет лицензии там категории C, B или там пилота того же, то тебе даже не покажут список продаваемого. Это не очень честно, мне кажется, но вот так оно сделано. А тем временем мы как раз добрались до легкового транспорта. Список, я вам скажу, легкового транспорта здесь тоже впечатляющий. Заметьте, есть даже дорожная техника. Не знаю, если я кого-нибудь встречу, я задам вопрос, для чего она, но скорее всего, что она здесь просто так вот. Были модельки, их сюда запихали. Я не думаю, что здесь есть какие-то миссии или какое-то добыча чего-либо, связанная с укладкой асфальта, вряд ли. В своих обзорах я пробежал огромное количество островов, но нигде я не видел никакой миссии, ни какого-то задания, добычи или что-либо еще связанного с укладкой асфальта. Скорее всего, это просто модельки. Ну а так, смотрите, выбор транспорта здесь тоже огромный. Ну, есть и старые вот эти вот Жигули, они тоже на всех островах. И вот этот бак с непропадающим квадроциклом тоже часто встречается. А вот, кстати, девятину, восьмерку я не встречал еще. Тут я первый раз вижу ее. Да и по деньгам я чувствую, мы ее и купим. Вот еще Нива есть, но Ниву такую я уже видел. Я видел три модели Нивы. Это самая красивая, кстати. Так, тоже очень много стандартненького здесь. Такой автобусик тоже встречается очень часто. Вот такой я тоже видел. Прикольный, кстати. Мне так нравится им управлять. Он такой вальяжный. Ну и, конечно, куда же без гелендвагенов-то? Вот они везде, везде. На самом деле уже и в жизни надоели они. И в игре тоже. Так, ну что еще тут есть? Список большой, слушайте, список большой. Выбор цветов, главное, большой. И можно выбирать металлик, матовый, глянцевый. Ну, замечательно на самом деле. Вряд ли мы узнаем, все ли цвета подходят на все машины. Скорее всего, что
Большинство цветов, там эти металлики, всякие матовые, это скорее всего надо будет приобретать VIP-ку, и только тогда они будут доступны. Ну, я так думаю, я не знаю. Мы не сможем протестировать здесь все, это займет очень много времени, но я предупреждал, что в этой игре быстренько практически невозможно сделать обзор. До всего надо докопаться, все надо посмотреть. О, 21-я Волга, прикольно, кстати, сделано. Но какая-то низкая крыша, это какой-то, наверное, самопал. Ну, а в общем, надо признать, что выбор транспорта здесь приличный. Приличный. Я видел магазины гораздо скромнее. Здесь, к сожалению, много повторений, но тем не менее, выбрать есть что. Ну ладно, нам надо бежать дальше, нам надо еще много чего посмотреть. Скажу сразу, что за кадром я уже купил машинку и взял вот эту одежду, которая сейчас на мне. Одежда тоже непростая, она потом нам пригодится. Ну а сейчас мы идем в гараж забирать наш транспорт. Ну и надо признаться, что гаражная территория это выполнена прикольно. Стоит какой-то сарай, не сарай, но тем не менее, смотрите, присутствует антуражик. Не просто вывеска стоит посреди гаражей, как это обычно сделано. Хоть какой-то антураж, ну и присутствует. И даже эта вот мелочь, казалось бы, да, приятно. Ну вот наша машинка, которую я купил. Мы ее видели в магазине. Ну и вот так вот наша машинка выглядит внутри. Надо сказать, что прорисовано неплохо. Неплохо сделана моделька. Единственное, что жалко, что ничего здесь не работает. Нет никакого функционала, нет никакой анимации. Приборка не светится, она не работает. Но, в принципе, вот, ну, графически машинка сделана красиво. Рулится прикольно. Вот. Ну, вот жаль, что ничего не функционирует. И сейчас мы выдвигаемся на садовую территорию, там, где растут яблоки. Посмотрим, как в этой игре реализована система сбора овощей, там фруктов, ну что присутствует здесь на карте, я не знаю, по-моему, я пока видел только яблочный сад, туда мы и поедем. Посмотрим, как оно добывается. На этой сборке обычно очень сложная система добычи яблок, там персиков, в общем, всех овощей, фруктов. На каких-то островах для сбора требуется тяпка, на каких-то островах для сбора требуется лопата, где-то просто руками собирается. Ну вот сейчас мы посмотрим, каким образом собирается здесь. Ну, здесь тоже выполняется действие на клавишу Windows. Ну и как видите, никакого инструмента не надо, просто на карачках начинаем собирать. Идет полоска индикатора сбора. Ну, как вот я и говорил, на этих островах старая сборка, очень-очень долгий сбор ресурсов. Скорее всего, что и материалы, там металлы всякие будут собираться точно так же. Вот появляется мешок. Теперь нам этот мешок надо забрать. Мы его забираем. Ну вот, в общем-то, сейчас вы видели весь цикл по сбору урожая. В общем-то, этот цикл надо повторять до тех пор, пока в вашем рюкзаке не закончится место для плодов. Мучить вас этим я не буду. Сейчас я быстренько это дело поднарежу и в конце покажу, сколько мне удалось собрать. Но в защиту данной системы сбора ресурсов, или в данный момент мы собираем плоды, надо сказать, что, как видите, капает некие очки опыта. В планшете есть графа «Ваш опыт». И тут работает такая система, когда вы что-либо делаете, вот, например, мы сейчас собираем яблоки, да, автоматически в планшете появляется графа «Садовник», и она начинает потихоньку прокачиваться. В зависимости от того, сколько там очков мы наберем, да, здесь есть система левелов. То есть чем выше левел, уровень, тем то ли быстрее будет проходить сбор, либо будет большее количество собранных, ну, на данный момент яблок, например, да, тут мы собираем там по 2, по 3, и я так понимаю, что с прокачкой левела будет увеличиваться либо скорость, либо количество собранных яблок. И эта схема хоть как-то компенсирует вот этот долгий и нудный сбор ресурсов. Следующее, то, что еще может нас успокоить, это сейчас мы поедем это все дело продавать, да? И в зависимости от того, насколько здесь это оценивается, дорого это или наоборот сейчас копейки мы получим, от этого и будет зависеть, будет ли игрок этим дальше заниматься или забьет на это. Ну, сейчас вот мы поедем и посмотрим, сколько же мы получим за наши усилия. Ну, а вообще, я не сторонник подобных систем сбора. Я уверен, что должен играть персонаж, а не игрок. Не надо мучить игрока. Пускай действует персонаж. На одном из островов, на котором я играл,
было это автоматизировано. Ты приходишь на точку добычи, нажимаешь одну кнопку, и дальше работает персонаж. Ты можешь отдохнуть. И это я считаю правильно, потому что не надо мучить игрока. Ну и вот мы уже подъехали. И дальше бежим в наш стилизованный под пиццерию магазинчик. Подходим к прилавку и продаем все наши яблочки. Как видите, присутствуют два варианта продажи. Можно вписать количество яблок, а можно нажать, просто выделить и нажать продать все. Достаточно удобная система. А удобная она, кажется, чем? А тем, что яблоки, как вы понимаете, можно принимать в пищу. И если вы, например, собрали 100 яблок, да, и не хотите продавать все 100, а хотите оставить парочку себе, ну, вы можете набрать цифру 95 и продать не 100 яблок, а 95. Ну и вот, мы продали наши яблоки. Продали мы их на сумму больше 50 тысяч, но в условиях нынешней экономики, то есть экономики этого острова, эта сумма очень-очень маленькая. И сейчас мы в этом убедимся. Естественно, за кадром я уже съездил и на яблоки разок, и поработал здесь на доставке, чтобы заиметь какую-то денежку. И сейчас мы отправимся в магазин грузовиков, чтобы как бы, ну, начать уже новую ступень, да, перейти на новую ступень, закупить свой личный транспорт и на нем уже начать зарабатывать на каких-то добыче ресурсов или еще что-нибудь. Но давайте съездим и посмотрим, какие же цены здесь на транспорт. А покупка грузового транспорта – это как раз-таки следующий шаг для любого новичка. После того, как вы поползаете по карте в поисках яблок, персиков или развозя почту, вы рано или поздно придете к тому, что вам надо купить свой транспорт и уже зарабатываете другие денежки. Кстати, магазинчик оформлен очень такие симпатичные. Стоят такие антуражные машинки. Обычно эти магазины пустые. То есть вот этот зал и все, больше ничего. Здесь, смотрите, машинки расставлены. Ну и переходим к списку транспорта. Погрузчик. Вот опять, скорее всего, он здесь никакой роли не играет. Опять, наверное, была модель, добавили. Ну, идет стандартный транспорт. Опять стандартный, такой же есть и в легковом магазине. Вот грузовичок, который нам по цене подходит. Но очень маленькая вместимость. Ну, давайте еще посмотрим. Кстати, можно красить. Симпатичный фордик. Симпатичный. Опять видите, этот бак, квадроцикл не исчезает. Это очень часто встречается. Вот интересная моделька. Такую я вижу первый раз. Жаль, что денежки не хватает. Мы бы сейчас ее взяли. Но денежки, к сожалению, не хватает. И грузоподъемность у нее гораздо больше, чем у того форда. Ну, вот с грузоподъемностью это все зависит от модмейкера. Сколько он пропишет, столько и будет. Вот мой любимый Карус есть. Очень мне нравится, как он работает. Еще какой-то автобус. Не знаю, зачем здесь автобусы. Смотрите, какая длиннющая. Пипец, какая длиннющая. Вот платформер. Тоже интересно, есть для него какой-то функционал в этой игре или нет. Потому что слотов у него очень мало. Ну, это уже пошла стандартная техника. Такая. По-моему, она даже родная, армовская. Вот КамАЗ родной. Сармы. Ну, надо отдать должное, что в легковом магазине, что в грузовом, техники очень и очень много. Вот четырехмостовые. Да, много повторяющиеся, просто меняются цвета и немножко не меняется текстурка. Но, в принципе, техники очень много. Есть из чего выбрать, то есть не соскучишься. Не знаю, если она разделена ли, вернее, она как-то по функционалу. На некоторых островах есть там лесовозы отдельно, там платформа отдельно, вот и контейнеровозы тоже отдельно. Но здесь разделено или нет, не знаю. И вряд ли выясним. Но нам приглянулся, вернее, даже не приглянулся, а по деньгам подходит только вот этот автомобиль. У него 100 слотов, но больше нам ничего не взять. Стандартный грузовичок брать не хочется. На стандартном грузовичке я уже накатался. Ну и в этом видео мы еще посмотрим на стандартный грузовик. Он здесь присутствует. Но мы все-таки возьмем вот этот. Я такую, кстати, модельку вижу первый раз. Будет интересно. Не только потому, что он нам по деньгам подходит, а вообще интересно. Ну, вот такой вот у нас фордик. Правда, еще сейчас темно. Мы сейчас немножко подождем рассвета и рассмотрим его по-другому. Ну, для первой машины, я считаю, машинка неплохая. Заработав там немножко денежков, можно купить такую и уже начать свое дело. Но на данный момент мы начинать ничего не будем. Во-первых, ночь. А во-вторых, нам надо посмотреть еще много чего. Поэтому мы оставим наш фордик в гараже и продолжим путешествие по острову немножко на другом автомобиле. Но об этом чуть позже. Кстати, машинка прикольно прорисована. Белый салон.
лежит журнальчик, сзади винтовочка. Не, интересненькая машинка. И я уже вижу, что стрелочка у нее работает, дальнего света нету. Но хоть спидометр работает, то приятно. Итак, как я и говорил, фордик мы пока поставили в гараж, пускай стоит, а у нас есть немножко другое дело. Вот это вот почтовая служба данного острова. Да, антуража никакого нету, выглядит непрезентабельно, но вот такая вот здесь почтовая служба. Называется она Express Pony. В общем-то, это стандартный набор. Подобные почтовые службы существуют на всех островах. Изменения минимальные. Меняется цвет машины, меняется надпись, меняется одежда. Еще иногда меняется... точки доставки. Бывает рандомный, или как в этом случае, выбираешь сам. Это, мне кажется, самое оптимальное. Вот мы покидаем почтовую базу, и нам сразу же дается разрешение на выбор точек. Дальше заходим в менюшку, выбираем доставку. Перед нами загорается еще одна менюшка. Дальше смотрим по карте, какие нам нужны точки. Я беру первую и двадцатую. Это самая долгая точка, и за нее, как видите, больше всех платят. Нажимаем готово и все. Теперь нам надо доехать до первой точки, там взять посылку и отвезти ее на 20-ю точку. Вот такая вот работа. На мой взгляд, эта работа гораздо интереснее, чем ползать на карачках и собирать яблоки. Да, она душная тоже, она долгая. Ехать надо будет через весь остров, ехать долго. Вот к таким вот точкам мы подходим. Берем ящичек. Здесь присутствует анимация, как видите. Ящичек ложим в будку. Все, положили. Все, теперь наша задача доехать до точки 20. Да, точка 20 находится в другом конце. Это долго, это нудно, но это, мне кажется, все-таки поинтереснее, чем лазить на карачках и собирать яблоки. И по деньгам это, ну, как минимум в 4 раза дороже. Поэтому вот есть такая вот. Но я ее обычно беру, эту работу, еще для того, чтобы посмотреть на остров. И вот, например, да, пока мы ехали, вот эта вот развилка, Т-образный перекресток, здесь на всех островах, ну, на большинстве островов, ставится КП полицейское. Здесь этого нету. И вот это уже интересно. Ну давайте пройдем дальше, посмотрим, как здесь выполнено полицейское КП. Есть ли оно здесь вообще? И да, к сожалению, здесь тоже есть КП. И это даже не КП, это целый блокпост, блин, полицейский. Вот я всегда в своих видео старых говорил, что я ненавижу вот эти шлагбаумы. Ну хорошо, сейчас этот открыт. А следующий, например, закрыт. А еще их бывает стоит несколько штук. И надо ехать и постоянно открывать, закрывать эти шлагбаумы. Это так надоедает. И вот, кстати, стоит полицейский, да? Шлагбаум закрыт. В принципе, по РП этого острова, да и по РП других островов, я не имею права проезжать. Вот мне надо стоять и ждать, когда тут что-то разрешится. Что это за геймплей такой? Я хрен его знаю. Что за РП такое? Ну вот я стою, жду. Вот он подъехал. Мы с ним общаемся. Я ему спрашиваю, можно ли мне проехать. И он мне дает разрешение проехать. Ну, тут еще пришлось и мне идти открывать шлагбаум. Но обычно это сами полицейские делают. Идут, открывают. И я еще на почтовой машине, на служебной, поэтому он не докопался. Ехал бы я на своей машине, обязательно бы еще и проверка устроилась бы. В общем, ну, не люблю я вот эти вот КП. Не люблю. Когда за день тебе надо проехать по этому маршруту раза 2, 3, 4 или 5, это очень сильно утомляет. Вот, кстати, стоит еще одно КП. Но здесь нет ни шлагбаумов, ничего. Почему вот такие-то не делать? Зачем нужны эти блокпосты? Что здесь, война, что ли? В общем, вот такая вот. Вот, кстати, больничку проезжаем тоже за высоким забором. Зачем высокий забор? Что за маньяк заборный здесь живет, а? Ну, а это по правой стороне аэропорт, который я тоже вижу напичкан чем-то. Сейчас мы не будем на него заходить, но мы сегодня обязательно туда еще вернемся и посмотрим на летную технику. И, как вы помните, лицензию пилота я специально купил для того, чтобы посмотреть, что здесь есть. Вот, кстати, проехали автосервис. Тоже надо посмотреть, как этот автосервис работает здесь. Надо вообще заметить, что пока вот я ехал через весь остров, я встретил, по-моему, 3 автосервиса. Как это работает, мне вот очень интересно. Это здания должны работать по РП, или там есть какой-то функционал, и там можно зайти и что-то починить. Ну и вот таким образом, пока я болтал, мы, кстати, проехали весь остров, я показал какие-то объекты, на которые мы попозже заедем. Все, мы доставили нашу посылку до 20-й точки, подходим к фургону, забираем коробочку и несем ее вот к этой вывеске. В общем-то, на этом все. Сдаем коробку туда, получаем денежки, все, мы готовы брать следующий заказ. Ну или можно остановиться на этом.
Машина сама исчезнет потом после бури. Но я возьму еще одну, для того, чтобы показать, что можно не обязательно ехать через весь остров, можно взять ближайшую точку. Вот, пожалуйста, мы сейчас находимся на 20-й точке, выбираем 20-ю, ставим ближайшую точку, там она, по-моему, 16-я, да? Вот, и все. Забираем коробку нашу, как всегда. Это, кстати, надо не забыть. Если не взяли коробку, миссия не засчитается. Коробку надо обязательно брать и грузить. Ну и все, с почтовой доставкой мы разобрались. Теперь возвращаемся к нашему свежекупленному Фордику. За кадром я заскочил в магазин, чтобы купить кирку и лопату. Сейчас посмотрим, что нам из этого может пригодиться. И вот, как я и говорил, хочу посмотреть, что это за автосервисы. Их очень много по всей карте разбросано. Никакой таблички, вот так визуально, я пока не вижу. Давайте припаркуемся и посмотрим, что здесь можно починить машину или как-то тюнинговать ее, что для чего это сделано. Пока я вижу только антураж. Да, расставлены везде съемники для двигателя, разбросаны колеса, но функционала никакого нет. Абсолютно пустые помещения. Это здание можно задействовать только в качестве РП. Так что двигаем отсюда, да здесь нам делать больше нечего. Как я и обещал, заскочим в аэропорт и посмотрим здесь на летную технику. Очень хочется надеяться, что она здесь присутствует. Я вообще поклонник летной техники в Арме. Особенно мне нравится вертолеты. Ну вот так здесь выглядит магазинчик, тоже есть антуражик свой. Ну и вот она техника. Ну пока я вижу только стандарт. Ну это все вертолетики стандартные. Ну, вот раскрасочки пошли какие-то. О, есть и здоровая техника. Вот такой вертолетик у меня был на одном из островов. Мне очень нравился он. Есть самолеты. Такого я, кстати, не видел. Странный самолетик. Ну, стандартная техника тоже есть. И заметьте, это не какая-то премиальная, это просто доступ для любого. Заходи, покупай. Ценники, правда, кусаются. Надо сказать, что ценники кусаются. Тут самый дешевый вертолет 3 миллиона. Ну и дальше пошло. Техники много. И заметьте, опять этот бак с квадроциклом, блин, он никак пропасть не может. Меня радует изобилие летной техники. Мне очень нравится симуляция полета вертолета в Арме. Поэтому я люблю полетать на вертиках. Есть даже игра, сделана как раз на базе движка Армы. И она называется «Симулятор полета вертолетов». Да, кстати, если в настройках Армы поставить полную симуляцию полета на вертолете, то получается полет такой очень хардкорный. Он действительно очень здорово симулирует. Смотрите, какая бандурина здесь есть. Я даже не знаю, что это такое. Это какой-то грузовой винтокрыл, что ли? Вот я не летал на таком, не знаю, что это за бомб. Он даже не помещается в экран-то он. Здоровенная какая хрень. И это тоже все доступно, это можно купить. Разработчики многих островов жмут летную технику. Распродают ее за деньги, за реальные, там, по випкам. А здесь это все доступно. И это не может не радовать. Это приятно, когда разработчик дает больше возможностей в игре. Но, тем не менее, мы едем на карьер. Или это не карьер, не знаю. В общем, точка добычи. Но я уже предвижу, что будет похоже на сбор яблок. Скорее всего, такая же схема нас и ждет. Ну да, я не ошибся. Схема очень похожа. Опять мы что-то ковыряем. Только странно, почему не киркой, не лопатой, а руками. Вот это я первый раз вижу, чтобы добывать ресурсы руками. Ага, мы выковырили камень. И теперь что с ним надо делать? Берем кирку, соответственно, да? Ну да, и долбаем по нему киркой. Ну да, схема очень похожа. И сейчас еще мешок появится? Нет. Нет, мы просто собрали, автоматически собираем. Ну вот такая, в общем, схема сбора ресурсов на этом острове. Опять идут очки прокачки. И опять, забегая вперед, скажу, что в планшете появился пункт добытчик. И он сам автоматически туда кидает очки. Левел, видимо, поднимется сам. Ну, по понятным причинам я не стал ковыряться столько, чтобы у меня прямо апнулся левел. И я мог показать это. Потому что очень-очень это нудное занятие. Ну, я наковыряю сейчас машину и рюкзак, сколько там смогу, чтобы просто съездить на переработку, посмотреть, как здесь выполнена переработка. Если еще и переработка очень душная, то, ну, тогда вообще смерть полная. Ну и повторюсь еще раз, то же самое, что я говорил на яблоках. Разработчик делает ошибку, заставляя игрока ковыряться вот таким способом. А это на самом деле на видео даже долго идет. А ведь мне надо нажать кнопку, чтобы он начал собирать.
Потом надо добежать до этого камня, достать кирку, побить киркой, кирку убрать. И опять на карачках нажимать кнопку. И это очень долго, это неинтересно, это мучает игрока. Как я уже и говорил, работать должен персонаж, а не игрок. Игрок зашел в игру получить удовольствие. А здесь ты удовольствие не получаешь. Не знаю, может быть, повышение левела или випка спасут эту ситуацию, но вообще вот это очень долго. Это очень долго, это неинтересно. Естественно, я урезал весь процесс, да, я уже наковырял, и вот мы сейчас едем на переработку. Если сейчас еще и переработка будет такая же долгая, ну тогда это вообще, я не знаю, надо с этим что-то делать. Да, и вот разработчики этих островов, там, или владельцы этих островов, ставят вот такую систему сбора ресурсов, да, а потом удивляются, а чего-то у нас нету онлайна. Да и не будет его. Ну вот мы приехали на переработку. Открываем воротинки. Кстати, очень прикольно сделано в ангаре. Мне нравится, когда вот не просто так в поле стоит, а в ангарчике. Заезжать-то на самом деле не обязательно. Это я уже тоже просто для РП-ситуации заезжаю. Вообще можно и не заезжать. Ну а вот как сделана переработка, мне на самом деле нравится. Тоже по типу магазина можно вписывать вручную, если хочешь не все переработать, а что-то оставить для крафта. А можешь перерабатывать сразу же все. В общем-то удобно и недолго, главное, что нет. Я думал, будет дольше. Нет, переработка идет недолго. Нормально. Вот как сделана переработка, мне понравилось. И антуражик есть. В общем-то, я переработал, сейчас перегружусь и поедем отсюда. Ну и, в общем-то, все, покидаем это прекрасное место. И нам остается последняя точка, это точка продажи. Не могу сказать, что это очень легкий путь и легкие деньги. Вот язык не поворачивается. И вот, кстати, проезжая мимо, мне очень понравилось, как здесь выполнено таксомоторный парк. Смотрите, так он стоит отдельно, такой свой мостик, у них там своя заправка. Ну, так достаточно антуражненько сделано. Симпатично. Это таксомотор. Ну и вот мы уже подъехали. Напомним, что мы съездили, получили камень, камень отвезли на переработку, получили цемент. И теперь цемент уже будем продавать здесь торговцу. Сейчас посмотрим, насколько у нас получится. Итак, наша прибыль составила 210 тысяч. Ну, так себе, я скажу, так себе. За поездку на почтовой машине мы получили 270 тысяч. Вот, честно скажу, даже не знаю, есть ли смысл тогда покупать вот такую машинку маленькую на 100 слотов. Не знаю. Таким вот образом я показал вам начальный геймплей на этом острове. А сейчас мы прокатимся по острову и посмотрим, какие достопримечательности есть здесь. На что можно еще посмотреть. Вот тут есть, так понимаю, премиальная база компании «Профсоюз». Не знаю. Она, по-моему, единственная светится на карте. Остальные либо не существуют базы, либо они просто спрятаны, потому что нелегалы. Не знаю. Но вот эта база под названием «Профсоюз» на карте есть отмечена. А это обычно делается как? Если организация легальная, то она на карте отмечена. Если нелегальная, то ее на карте не видно. Знаю только те, кто состоит в этой организации. Ну, вот такой здесь кабинетик. В общем-то, больше здесь ничего нету. Ангар пустой. Просто для антуража что-то накидано. Двери не открываются либо потому, что я не могу, либо потому, что они просто не открываются. Не знаю. Ну, стоят свои у них вывески. То есть, если ты член этой компании, этой организации, то ты можешь ими пользоваться. Так как я не состою в этой организации, я ей пользоваться не могу. Ну, вот такая вот, в общем-то, база. Больше здесь смотреть нечего. Поедем, посмотрим еще на повстанку. Здесь должна быть повстанческая база, она есть на карте. Сейчас мы до нее доедем по-быстренькому, посмотрим, что она представляет. А самое главное, сколько здесь стоит лицензия повстанца или лицензия бандита, или как она здесь вообще называется, это даже интересно. Сколько стоит, на что надо рассчитывать. Если кто не знает, то лицензия бандита или повстанца, или как она тут, я не знаю, называется, дает ряд преимуществ, но в том же время и ущемляет тебя. Ты можешь заниматься нелегальными ресурсами, наркотиками, но у тебя есть и минусы. Все зависит от администрации острова. На каких островах повстанцев не пускают в города? На других островах им можно заниматься нелегальной деятельностью, только если есть онлайн-ментов не менее 5 человек. Ну, разные условия.
Повстанческий лагерь на этом острове, как вы видите, достаточно скромненький. Но на самом деле он не скромный, он, я бы сказал, средний. Я видел и более скромные лагеря повстанцев, и видел и более навороченные. Это такой среднячок. Ну и вот здесь стоечки, которые нас интересуют. И вот первая повстанка, видите, она здесь стоит 4 миллиона, что на самом деле, как мы сегодня уже, наверное, поняли, да, денежки немалые. Ну и как видно в списке, называется она здесь метка бандита. Ну а дальше идут лицензии на переработку всевозможных наркотиков, марихуаны, там еще что-то. Вот такие вот возможности дает метка бандита. Ну а вот так вот выглядит этот лагерь сверху. Для приобретения метки бандита на самом деле нужны не только деньги. Надо еще и полазить по этому острову, узнать, какие условия здесь у того, у кого есть метка бандита. Не на всех островах это выгодно. Да, у тебя есть возможность зарабатывать больше денег, торгуя наркотиками, но тут все зависит от условий. Все зависит от условий. Ну а на этом будем заканчивать. Я как смог показал вам этот остров, показал вам достопримечательности и какой-то начальный геймплей. Показал вам, как здесь достаются денежки, какие есть ресурсы и как можно заработать. Здесь еще есть очень и очень много всего, но все не обозреть. Как я сказал в начале ролика, эти проекты очень обширны и зацепить их поверхностно невозможно. Питание, транспорт, медицина, продвижение по службе, карьера, проживание, дома, да недвижимость в целом, государственные структуры, премиальные группировки, крафт, хобби, охота, рыбалка. Но очень надеюсь, что мне удалось показать общую атмосферу острова и принципы работы местных механик. Показать то, что вы увидите и что вас ждет, если вы придете играть на этот остров. Ну а на этом у меня все. Я пойду дальше искать другие острова, более легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Всего вам доброго.